против ветра сколько хочешь. Прет как этот. Прыжки. Мы летим. Так, ой, нас начинает крутить. Что там надо сделать, чтобы перестало крутить? А, голову повернуть. Так, поворачиваем. Нас в другую сторону. Так, не-не-не-не-не. Доску выставляем. Поехали. Приземлились, поехали. То есть просто он туда забирает и там держит, пока ты не захочешь спуститься обратно. Понятно. Очень прикольно. Спасибо. Офигенно. Я считаю, что для таких реальных пацанов, которые хотят поставить его и спокойно идти курсом лево-вправо, наслаждаться, ни о чем особо не думать. Он работает на прыжки вполне, к нему надо немножко приспособиться. Вот, там есть такая как бы тонкость, когда ты заводишь его на прыжок, даже на слабом ветре, планку полностью от себя. А, то есть он побыстрее летит тогда, да? Да, потом его раз на себя прилетел. Ну, мои условия были, я не знаю, там сколько там ветер был. Может, 3,5, может, 4 метра в секунду. Вот, я думаю, что тем ребятам, которые хотят вот такой вот стабильность, уверенной, спокойной езды, вполне подойдет. Это был Сергей Солнцев, супер айко инструктор, эксперт по многим кайтам. Да, еще вкратце, да, 75-77 килограмм, как он говорит, доска 134, да? Всем привет, меня зовут Маша, только что вывезла Dark Slide на замечательном Миссури Рябине от Нобеля. Спасибо огромное этому кайту, потому что... такой стабильности, наверное, нет ни у кого. Ну, нет, есть, конечно, я понимаю, но в 17 размере прокрутить такое, что хочется. Такой он классный. Когда надо, просто ложишься, руки сложил, и он тебя тащит, 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 тащит. А ты все катаешься и катаешься. Нужно слился, тянулся, все нормально уже. Ну, и прыгать на нем классно. Таращит. Управляется, летает. Да, нормально, мне понравилось, кстати. Да, собачка. На слабый ветер круто, да? На слабый ветер, я говорю, отлично. Не на слабый ветер, а когда нет ветра.